Для молодой сям'і ці спеціаліста, які тільки починає свой працовний шлях, магчимость отримать власне квадратные метры частяком становится галовным фактором у выборы места працы. Жильевое питание было одним из основных, про які казала молодь и подчас областного семинара в учебе, який ладился у Кличеве. Сёлета на первое працовное место у сельгазпредприемства в области пришли амаль 1000 выпускников агропромысловых ВНУ и средних специальных установ. Каб доведаться, чем живут молодые специалисты АПК, у гости до некоторых из них завітала наша здымочная группа. Засвоєння вязкового побуту для спеціалістів-початковців Анастасії Крош і Марини Фролінкової почалось після розміркування у Чаўскі район товариства «Мірний агро». Зранку натопіть печ, приготувати сніданок, потім на працю. Однак попередній молодому бухгалтеру і юрист-консульту треба поклопотіться про дрови і принести води. Когда я сюда приехала, было тяжело, никого не знаешь, и адаптироваться очень сложно. Я когда первый раз пришла в контору, вообще не понимала, куда я попала. А потом я пришла, мне начали что-то где-то, я начала спрашивать, что-то показывать, рассказывать, помогать в работе очень. Нам хорошо работается. Однако главное жилевое питание вырешено. Не новый, але адремонтованный дом, выдатковала господарка. Когда переехали сюда, две, наверное, ночи нам было холодно. Топили, но все равно оно не нагрелось, но потом уже тепло стало. То есть пока дом прогрелся? Да. Вообще потом хорошо стало. Даже жарко было просто. Сейчас, когда вы печку топили? Потому что пришли достаточно тепло. Вчера вечером топили. Обычно мы приходим после работы, это делаем, потому что утром мы все-таки спать хочем, все-таки еще, поэтому нам тяжело вставать. До конторы недалеко, побач крама, а что дискотеки нема, на то и выходные есть. Жить можно. Однако у целым на районе застается только полова молодых специалистов. Но если это, скажем, деревня, то есть развивается, есть работа, есть где жить, почему бы не жить и не работать здесь? Но если все происходит наоборот, то, конечно, нужно искать какие-то другие выходы. Сёння самая запатрабаваная спецыяльнасці у гаспадарках в области зоотехники и ветурачы. Сёлета на вёску на першае працоўнае месца прыйшло 243 спецыяліста з вышэйшай адукацыі і каля 400 юнакоў і дзяўчат з сярэдняй спецыяльнай. Веста Смірнова, Павел Савіцкі і Мікалай Собалеў. Навіны рэгіён.